давай откроем. Вау! Как думаешь, сможем все съесть? Челлендж принят. Просто блаженство. Райское наслаждение. Не забудем про стеночки. А, уже все? Ты думаешь о том же, о чем и я? Нельзя оставлять ни капельки шоколада. Ну же, иди сюда. О, нет. А! Вау! Эй, можно мне? Что? Это нечестно. Беру свои слова назад. Эта штука даже выше меня. Я едва вижу верхушку. Дай мне минутку. Что? Я знала, что эта лестница пригодится. Глазам не верю. Еще немножко. Вау! Какая чудесная парочка. О, ты принес мне цветы, а? Венди, можешь помочь? Слезай! О, спасибо! Так приятно! Ага! Сейчас моя очередь! О, это крошечный тортик! И он моего любимого цвета, а? Что там происходит? Ничего себе! Ты в порядке? О, дурацкая романтика! Эй, какой у тебя милый торт! Ну, приступим! Какая вкуснота! Постой! Давай я первая! О, чем я это заслужила? Вау! Начнем с этих красавчиков. Прямо как шоколадный сэндвич. Ух ты! Интересно, что у меня? Та-да! Ничего себе! Шоколадный гамбургер? Смотри, Венди! О, у тебя тоже классно смотрится. Мой в сравнении с твоим выглядит смешно. Вот бы он был таким же огромным. Есть идея! Сперва сделаем вот так. Хотите знать, что дальше? Отрежем краешек. Вуаля! Настоящий шоколадный дождик. Лей, не жалей. Так гораздо лучше. Поехали! Так, классно! Вау! Почти такой же красивый, как у меня. Сделай свой компактнее. Стоп! Он слишком быстро тает. О, нет! Мой чудесный сэндвич. Он превратился в жижу. Совсем не аппетитно. Нет! Моя очередь. Окей. О, я ожидала чего-то большего. Придумала. Нужно беречь одежду. Вот так. Ладно, насладимся как следует. Молочный шоколад. Поздравляю. Так, хорошо. Да! О, вау! Разве не супер? Что? Ты их и за день не съешь. Что же мне делать? Эй, Венди, открой рот пошире. Отлично. Да, прямо туда. Давай. Твоя очередь. Бум. Лови. Добавим розового. Ну же, давай, хватит тянуть. Что? Они закончились? Что ж, ладно, не сердись, Венди.
Давай ты первая. Хорошо. Ничего себе яйцо! Интересно, там что-то внутри? Надо быть готовой ко всему. Тут можно нехило намусорить. Ха! Воу! Я этого не ожидала. Маленькие шоколадные шарики. Они просто изумительны. Все, не могу терпеть. Воу! Три мини-яичка. А что внутри? А? Серьезно? Там пусто. Очень вкусно. А, придумала. Пора поднапрячься. Эй, Стейси! Ты с ума сошла? А, да. Получилось. Не зря я хожу в спортзал. Но неплохо. Но у меня есть идея получше. Поп-ит? Удачи тебе. А у меня другие планы. Окунем поглубже, чтобы оно покрылось шоколадом. Поменяем их местами. Вот так. Не говорите никому. Отлично. Эй, не пора ли откусить кусочек? Точно. Шоколада много не бывает. Что это за шоколад такой? Прекрати надо мной смеяться, Стейси. Секундочку. Извини. Привет. Что? А ну-ка. Нет. Воу, точно хочу вот это. Совсем другое дело. Смотри, кто бы отказался от такого? Я точно не откажусь. С арахисом. Сейчас съем все сразу. Выглядит так классно. А что у меня? Всего одна штучка? Да что ж это такое? Я знаю, что делать. Как насчет шоколадного напитка? Приготовься стать жидкой. Добавим жару. Что-то уж слишком долго. Готово. Выглядит очень вкусно. Тут не помешает немного взбитых сливок. Ладно, много взбитых сливок. Ну а теперь попробуем. Ну разве не красота? Объедение. Стоп, у тебя рот слипся? Держись. Помогает? Это должно сработать. Придумала. Алло? Все понял. Эта смс-ка поможет. Это от Кевина. Он пишет, что любит меня. Получается, у меня теперь есть парень. Растопим немного шоколада. О, шоколад! Можно? Нет, нельзя. Я скоро вернусь. Ушла! Вот и наш шанс! Шоколадный шоколад! Давай, ты первая. А, ничего не понимаю. И что мне делать с этими перцами? Ай, даже дотрагиваться остро. Посмотрим, что у меня. Вау, не может быть. Целая стопка батончиков. Скорей бы их съесть. Ой, была не была. Ого, очень вкусно. О-оу, только остро.
очень, слишком остро, помоги! О, этого мало, надо что-то еще. Все равно остро. Не знаю, что делать, Мэдисон. Стоп, у нас есть миски. Вот, держи. Выпусти туда весь огонь. И дыханием растопи шоколад. О, так-то лучше. Смотри, у меня есть посыпка и маршмеллоу. Ты везде их с собой носишь? И я этому очень рада. Вот твоя соломинка. Пора выпить горячего шоколада. Что-то не так с моей трубочкой. И с моей. Ой, как странно. Камень, ножницы, бумага. Да, я победил. Круто, кольца с шоколадными бриллиантами. По одному на каждую руку. Какие крутые. И пахнут здорово. Попробуем. Как вкусно. Просто нечто. Эй, с этим что-то не то. Воу, не может быть, из него сыпется еще шоколад. Ого, это лучшее кольцо на свете. А, надеюсь, у меня тоже что-то классное. Ого, ничего себе. А оно съедобное? А, кажется, нет. А если натяну, что будет? Вау, какая красота! Ого! Похоже, оно волшебное. Давай колечко. А, пузырьки. Не то, что я ожидала. Ну, не знаю, мне пузырьки нравятся. Итак, поехали. Стоп, что это там? Эй, ты меня обманул. Кажется, у тебя кола. Неплохо, я как раз пить хочу. Вкусно и жажда утоляет. Теперь моя очередь. Ого, у меня тоже кола, только шоколадная. Ммм, как вкусно. Эй, там что-то есть. Конфеты, целая куча конфет. Сладкая бутылка с конфетами, как здорово. О, черт, теперь моя кола не нравится. Можно немного? Нет, это все мое. Что? Серьезно? Отлично. Мне как-то не по себе из-за того, что он расстроился. Это решит все наши проблемы. Эй, будь аккуратнее. О, держись. Интересно, что там случилось? Да ладно, у меня тоже шоколадная кола. Спасибо, Мэдисон. За нас. Вау, шоколадный фонтанчик. Ой, какая прелесть. Наш собственный фонтанчик. Хочешь первым открыть, Брайан? Хм, и что это такое? За что мне эта капуста? О, пахнет ужасно. А на вкус еще хуже. О, это жестко. О, слава богу, мне такое не попалось. У меня разноцветные круглые конфетки. Спорим, это жвачка. Точно, смотри, какой пузырь. О, точно, я забыла про шоколад. Попробуем вместе. Сделаем шоколадную жвачку. О, вот это я понимаю. Стоп, у меня идея получше. Жвачка, шоколад и посыпка. Лучшее сочетание. Оу, ты видел? О, да, так круто. Может, все-таки попробовать? Шоколадом вкус должен стать получше. Так, сейчас узнаем.
Ну, это... просто ужасно. Как тебе помочь? О, знаю, стакан шоколада. Шоколадом все становится лучше. Вот, держи, попей. Фу, мне намного лучше. Шоколад и правда помогает. После тебя, Мэдисон. Да, Принглс, мои любимые. Какие свежие и вкусные. Добавим шоколада? Да, идеально. А вот и целая стопка. О, они прекрасны. Приступим. Да, на вкус даже лучше, чем на вид. Выглядит здорово. Посмотрим, что у меня. Какой-то торт или нет? И как лучше добавить к нему шоколад? Да, не вышло. О нет, закончились. В банке же остались крошки. Фу, что-то она увлеклась. Ой, надо сфоткать. Ха-ха, отлично. Теперь у меня есть ее фигурка. Что за дела, Брайан? Где ты это взял? Стой, я еще не закончил, смотри. Наливаем шоколад. И про посыпку не забываем. Еще немного. А теперь самое интересное. Да, сработало, как я и думал. Вау, как красиво. Я отлично смотрюсь на торте. Получилось классно. Вот твой кусочек. Как вкусно, просто супер. Да, очень здорово. Ха, я победила в битве на пальцах. Я первая. Ого, шоколадные яйца. Класс, надеюсь, у меня тоже. Ой, это яйца. Только вот обычные, даже не знаю, что с ними делать. Да, это, конечно, облом. А я полью шоколадные яйца шоколадом. Шоколада много не бывает. Да, божественно. Да, выглядит аппетитно. Может, это не совсем яйца? Нет, они. У меня идея. Аккуратно подберемся поближе. Схватил! Действуем по плану. Нанесем немного шоколада сверху. Да, так лучше. Окей, теперь достаточно. Эй, Мэдисон! Смотри, я полил яйцо шоколадом. О, вот это да! Ничего вкуснее не ел! О, правда? Ладно, дай попробовать. Поменяемся? Окей, если хочешь. Вау, как их много! Скорее бы попробовать. Ну же, шоколад, поливай. Не могу поверить, что она купилась. Это совсем невкусно. Ха-ха, я тебя обманул. Брайан, как это грубо. Ты первая, Тина. Но была не была. Вау, это что такое? Лавина какао? Придется потратить кучу времени на душ. Ну, теперь ты тяни, Лиззи. Ну, если нужно. Какая-то теплая жижа и густая, как патока. Это намного хуже, чем у тебя, Тина. Как думаешь, что это? Шоколадный сироп. Устроим челлендж «Шоколадная еда против обычной». Надо определить, кто будет первым. Хм. Ха! Ножницы побеждают бумагу. Ого! У меня никогда не было микрофона. Он уже включен? Похоже, да. Всем привет! Раз, два, три! Эй!
Вот, надень! Все крутые поп-звезды носят очки. Отличная мысль, Тина. Ну что, ребята, вы готовы зажечь? Вау! Откуда появились софиты? Вы только посмотрите на Лизи. Поприветствуйте новую поп-королеву. Зажигай, подруга! Дай им то, чего они так ждут! Вот так-то! Ты и правда отлично поешь! Теперь моя очередь! Воу! Мой микрофон выглядит по-другому, но я тоже могу спеть! Только почему-то ничего не слышно! Мир никогда не услышит моих песен! Шоколад всегда вкуснее, если тебе грустно. Жаль, что мой нельзя попробовать. Да, давай поменяемся. Теперь все рады. Готова к следующему раунду? Смотри, такой милый. О, хороший мальчик. Кто тут самый милый песик? Я тоже такого хочу. О, а у меня настоящий. Вы только посмотрите на этот носик. Глаза такие мудрые. Я очень-очень-очень тебя люблю. Да-да-да. Минуточку. У меня есть для тебя прекрасный наряд. Милая юбочка для милой девочки. Вот так! Разве может кто-то быть милее? Моя прелесть! Можешь нас сфотографировать? Скажите, сыр? О, вы просто созданы друг для друга! Обязательно выложи эти фото, Тина! Круто вышло! Спасибо! Моя шоколадная собака какая-то скучная. Я тоже хочу настоящую. Посмотрим, сработает ли. Надо просто очень-очень захотеть. Ну же! Все получится, малыш. Ты же хочешь косточку, не так ли? Пожалуйста, малыш, давай. Давай, я говорю. Ну же! Что ж, попробовать стоило. Ему нужно немного помочь. Ну же! Поближе! Какой хороший мальчик! Тина, смотри, у моего есть косточка! Да, вижу, вижу! Но мой хотя бы не испачкает пол! Кстати, шоколад вкусный! А я никогда не отказываюсь от вкусняшек! Эники-беники ели вареники! Да! Это какая-то волшебная маска? Вау! Что случилось? Ты слышала? Там котята, смотри! Надо спасти их скорее! Не волнуйся, я займусь этим. Воспользуюсь своей новой суперсилой. Я уже чувствую ее. Увидимся на той стороне! А теперь спасем котят! Ю-ху! Она и правда это сделала? Тина! Ты спасла этого котика! Ему пришлось столько всего пережить. Я просто сделала то, что было необходимо. Тина? Есть кто-нибудь дома? Она ушла в себя. Проснись, подруга! Тина! Вернись к нам! Что вообще происходит? Ладно, открою свое блюдо. Вау! Потрясающая шоколадная маска! Тина, смотри! Эй! Тина! Мне ничего не остается, кроме как... молочный шоколад никогда не подводит. Может, хотя бы аромат приведет ее в чувство? О, Тина! Шоколад? Попалась! Добро пожаловать на землю!
хочешь немного сладкого? Спасибо, Лиззи. Видишь, шоколад все исправил. Готово? О, прости, надо ответить. Как грубо. Лиззи, я скоро вернусь, прости. Похоже, придется подождать. Умрите, зомби! Веселимся и зажигаем! Ох уж эта кутикула! Вот так! Ее даже не видно! Мне надоело ждать! Ха! Это же не настоящая какашка! Просто отвратительно! А у меня что? Моя любимая шоколадка! А мне досталось это? Надо как следует проучить Лиззи. Поехали! Хорошенько растопим шоколад. Проверим. О, да, почти готово. Отрезаем маленький кусочек вот здесь. Чик! Он и правда растаял. Попробуем. Пока он не стал, ну, вы понимаете, из шоколада можно сделать что угодно. Этой кучи будет достаточно. Отлично смотрится. Кажется, Лиззи возвращается. Надо вести себя нормально. Прости. Ничего страшного. Давай откроем наше блюдо. Что? Кто-то и правда навалил мне на тарелку? Сработало? Да ладно, Лиззи. А моя какашка даже миленькая, да? Если хочешь, забирай. Что такое? Говорит, нам надо поменяться. Но зачем это тебе? Тина? Выглядит аппетитно, да? Бон аппетит! Кажется, меня сейчас тошнит. Пожалуйста, не надо это есть, Тина! Я хочу зарыться в нее лицом. Ты, похоже, сошла с ума, подруга. Теперь ты не будешь уходить надолго с телефоном. Ты первая, Тина. Хорошо? Смотри, крошечная Эйфелева башня. И она точно сделана из шоколада. У меня уже слюнки потекли. Сейчас я откушу первый кусочек. Неплохо. Совсем неплохо. Выглядит и правда здорово. Тина, веди себя прилично. Ты похожа на какого-то дикого зверя. Какая сливочная и вкусная. Я, пожалуй, открою свое блюдо. Она похожа на шоколадку Тины. Но точно ли она съедобна? Зато очень красивая. Надеюсь, на вкус не хуже. Твердая, как камень. Это же холодный твердый пластик. И что мне с этим делать? Я бы хотела увидеть настоящую Эйфелеву башню. О, Томас, не стоило! Это самое романтичное место на Земле. У тебя такие холодные губы. Ох уж эти фантазии. Интересно, смогу ли я попасть в Париж? Тина, эта девчонка съест что угодно. Какой вкусный шоколад. Привет, как дела? Время перекусить, да? У меня тоже есть шоколад. Скорей бы его съесть. О, это отвратительно. Ой, все растаяло. Что мне делать? Эй, это банан? Сегодня мой счастливый день. Я окуну его в шоколад. Будет так здорово. Давайте попробуем. Очень вкусно. Тебе бы понравилось. А подумаешь, дворецкий, сюда. Спасибо. У меня есть маршмеллоу. Что ты делаешь? Я тоже хочу так. Нет, я не буду с тобой делиться. Не будь злюкой. Уйди. А? Что случилось? У меня хорошее предчувствие. И что теперь?
Подожди, я знаю. Дворецкий. Это как раз то, что мне нужно. Выглядит потрясающе. Интересно, а я так смогу? Что? Серьезно? Это потрясающе! День становится все лучше и лучше. Посмотрите на это! Меня сейчас вырвет. Засохший хлеб? Я оставлю это на потом. Обертка от конфеты. Это семейное шоу. Сделаем вид, что вы этого не видели. О, смотрите, печенье — это то, что мне нужно. Будет здорово. Это должно кого-то впечатлить? Посмотри, я нанижу маршмеллоу на эту шпажку. Вот это да! Прекрасно! Прямо как у меня. Только у меня тут разные продукты. И теперь мне нужен шоколад. Вау, это будет вкусно! Ну, что на это скажешь? Не могу поверить, что ты это делаешь! Надеюсь, это будет вкусно. Смотри, я собираюсь попробовать. Вот так. О, это ужасно! А ну-ка в сторону, теперь моя очередь. Этого должно хватить, у меня уже слюнки текут. Мне точно понравится. Скорее бы попробовать. О, да, это очень вкусно. Этот рецепт нужен моему шеф-повару. На что ты уставился? Я просто наслаждаюсь своей вкусной едой. Да, да, конечно. Я не могу перестать это есть. Все так невкусно. Оливия не должна узнать об этом. Где еда? Давай подождем. О, ты это видел? Это крошечный туалет. Он такой маленький и симпатичный. Подожди, это твой туалет? Смотри, у меня есть леденец. Я так счастлива. Я окуну его в шоколадный фонтан. Просто посмотри на это. Это произведение искусства. Ням, вкуснятина. Я люблю только самое лучшее. О, подождите, там есть конфеты. Это потрясающе. И это все мое. Я не могу больше ждать. Мне нужно это попробовать. Ух ты, мне нравится. А? Что это? О чем ты? О, эта штука? Здесь ничего нет. Этот унитаз чистый. Подождите секунду. У меня есть идея. Я использую это как соломинку. Оп! Ты мой шоколад. Я сделаю вот так, а потом выдаю шоколад в унитаз. Я его сейчас заполню. Почти готово. Фу, это было тяжело. Теперь мне нужно что-то, что можно обмакнуть в шоколад. Я вижу тебя. Как ты это сделал? Я пытаюсь сосредоточиться. Я насажу глаза на шпажки. Они такие мягкие. Но это значит, что они свежие. Думаю, я готов. Я окуну их в унитаз. Подождите, я только что это сказал. А, какая разница? Я не могу на это смотреть. О, разве может быть что-то лучше этого? Я думаю, да. Я хочу посыпать их конфетами. Это безумие, но я просто не могу ничего с собой поделать. Что происходит? Вау, это так красиво! Не только у тебя причудливый вкус. Лучше бы я этого никогда не видела. Это будет преследовать меня в кошмарах. Я оставлю эти вкусняшки, но потом, после занятий, я точно захочу есть. Подождите. Я думаю, это все. О, чуть не забыл. Что там происходит? Это конфеты? Ой, веди себя естественно. Мы попали. Вы знаете правила. Это он виноват. Нет, она. Быстрее, уходим отсюда. Поехали. Вперед, вперед, вперед. Ну уж нет. Он у нас на хвосте. Мне так страшно. Вам не убежать. Он не сдается. Мне нужно больше тренироваться. Забудьте. У меня разыгрался аппетит. Как вкусно. Подожди, остановись. Кажется, он больше не гонится за нами. У-ху! Оливия, где земля? Фу, мы живы. И что теперь? Ты думаешь о том, о чем же я? Раз, два, три. Поехали! Ух ты, пончики! У меня огромный пончик! Вот это да, потрясающе! Подождите! Какие красивые украшения! Хотелось бы мне иметь что-то подобное! Они выглядят так дорого! Подождите, у меня есть идея! Да, это может сработать! О, посмотрите на него! Пора приступать! Я продену иголку с ниткой через пончик! Что он делает? Смотри! Я сделала ожерелье, я чувствую себя таким модником! У меня даже есть подходящее кольцо!
Добавим немного шоколада. Выглядит хорошо. Это прекрасно. Я не могу устоять, я просто обязан его съесть. Тебе легко угодить. Ладно, теперь моя очередь. Мне нужен стакан. Я окуну его в шоколадный фонтан и заполню его до самого верха. Это будет здорово. Еще немного. Этого достаточно. Теперь я полью шоколадом пончик. Это будет мой шедевр. Ему самое место в музее. Почти готово. Теперь самое интересное. Я буду его носить. Это последний писк моды в Париже. Вкусно. Я хочу его попробовать. Класс, выглядит отлично. Как вкусно. Я не могу перестать его есть. Пончики, это прекрасно. Я просто обожаю шоколад. Мне это никогда не надоест. Я знаю. Воу, не может быть. Ты изменилась. Я? А мне о чем не жалею? Как это возможно? Приятно поболтать с подругой. Но порой ее историям не видно конца. А у вас начинает урчать в животе. Может, зайдем и перекусим? О, тут написано «Шоколад и сладости». Да, почему бы не поесть сладкого? Вот сюда. Надеюсь, у них хороший выбор. Вывеска интригует. Что ж, немного сахара в организме не помешает. Ух ты! Раз, два, три, поехали! Как здорово! Как думаешь, это и правда золото? Не знаю, но шоколад точно настоящий. О, сладкое блаженство! Начну с каблучка. Да чего же вкусно! Это несправедливо. И что мне с ней делать? Впрочем, она довольно милая. Размер подойдет? Чувствую себя Золушкой. Подошла идеально. Где же она? Она так прекрасна. Я здесь, моя принцесса. Кажется, вы потеряли туфельку. О, вы это мне? Давайте ее сюда, мистер принц. Села, как перчатка. С ней там все в порядке? У нее просто свидание с шоколадом. Волноваться не о чем. Зачем ей принцы, когда на свете есть сахар? Мне больше достанется. Готово? Глазам своим не верю. Это бесплатные айфоны. Лучший день нашей жизни, правда? Смотри, какой он новенький и блестящий. Из рук не хочется выпускать. Если твой настоящий, значит мой из шоколада. Да, я угадала. Не настоящий. Кому ты с него собралась звонить? Эй, смотри. Это приложение я раньше не видела. Вау. Да чего же красиво. Что ж, у меня нет особого выбора. Между прочим, очень вкусно. Наоми, ты меня слышишь? Она в каком-то ступоре. Ох уж эти смартфоны. Придумала. Как насчет классной музыки? Очнись, подруга. Она в полной отключке. Ну и ну. Просыпайся! Никакого эффекта. Это бесполезно. Тут нужен профессионал. Док, помогите ей. Плохи дела. Случай очень тяжелый. Так, надо проверить кое-что. Да, я так и думала. Нужно выяснить, что творится у нее в голове. Берем стетоскоп. Ну, приступим. Ага. Так.
Похоже, там внутри ничего не происходит. Прямо как в большой пустой коробке. Попробую последнее средство. Ага! Да, все очень серьезно. Медицина тут бессильна. Счастливо оставаться? Даже доктор не смог помочь. Ну-ка, взгляну поближе. Какой он легкий! Эй, Наоми приходит в себя! О, что это было? Наоми, я думала, ты уже не очнешься. Успокойся, Эмма, я в порядке. Ну что, поехали? Давай сперва откроем твою. Да чего же милый кексик! Совсем как домашний цветок. Думаю, на вкус он гораздо лучше. Да, выглядит неплохо. Стой, а что же тогда у меня? Ну, это я точно есть не буду. Этот раунд полный отстой. А мне нравится. Очень шоколадненько. Пальчики оближешь. Хватит меня дразнить, Эмма. Ладно, у меня есть чем ответить. Вот так. Поменяем правила игры. Всего несколько капель, и начнутся чудеса. Да чего классные цветочки? Совсем другое дело. Вау! Какая красота! Здорово, правда? А теперь смотри. Крибли-крабли-бумс. Как ты это делаешь? Просто немножко волшебства. Ну-ка, посчитаем. Что-то мой шоколад уже не такой заманчивый. Можно я попробую? Ну же, там еще деньги остались? Почему у меня не получается? Ай! У Эммы явно нет таланта к магии. Но зато у нее есть шоколад. Ну что, заглянем внутрь? Вот это да! Картошка фри из шоколада? Так вкусно! Настоящая жареная картошка – это тоже неплохо. Раз ты взялась есть, то начну и я. Хочешь? Возьми. Они такие сладкие. А, пахнет шоколадом. Слушай, как насчет обмена? Хорошо, это для тебя. Тогда это тебе. Мы обе выиграли в этом раунде. Так хорошо заесть солененькое сладким. Давай, ты первая. Ого, мой любимый напиток. Надеюсь, она холодненькая. Попью немножко. Класс, так освежает. А что там у меня? Бутылка колы из шоколада? Какая прелесть. Надо срочно попробовать. Удивительно! Внутри конфетки M&M's. Настоящее сладкое сокровище. Мне тоже захотелось шоколада. Уверена, Наоми поделится. Ты уже все съела? Нет, там есть еще. Похоже, работает только для тебя, Наоми. Давай я тебя отсыплю. Ура, работает. Да им конца не видно. Здорово. Эмма? Это все для меня? Шоколадный пир на двоих. Так круто. Стой, чуть не забыла главное. Бесподобно, правда? Прямо шоколадный рай. Точно лучше газировки. Да уж, ты права. Безумно вкусно. Всего одна тарелка на этот раз. Уступаю тебе. Что? Уж это точно не для еды. Давай посмотрим, что там внутри.
Ничего себе ключик! Ты готова? Надеюсь, там что-то приятное. Ну же, открывай скорее. Итак. Это столько с нас за еду? Шоколад такой дорогой? Мне бы сейчас не помешала волшебная вода. У меня точно нет таких денег. Это явно какая-то шутка. Очень неловко получилось. У нас на двоих лишь пара долларов. Вот, сдачи не надо. Мне так стыдно. Да чего страшно? Не ходите туда! Зачем они это делают? Ты это слышала? Этот зеленый свет и раньше там был. Может, стоит посмотреть? Идем. Лучше ты иди первая. Непременно я. Оу, страшноватые сладости. Круто. Думаю, стоит их попробовать. Оу, так классно. Ты готова? Выглядит интересно. Вау, посмотри на меня. Я доктор. Сейчас попробую. Так вкусно. Отпад. Ты тоже попробуй. Думаю, я обойдусь. Минди, ты в порядке? Говорю тебе, пробуй. Нет! Надеешься убежать, а? Не подходи. А ну вернись. Помогите! Куда она делась? Шш, ты меня не видела. Все равно найду. Чуть не попалась. Что я говорила? От меня не убежишь. Упс, надо было чаще назад смотреть. А? Это был только сон? Ты меня слышишь? Попробуй это. О, точно, чуть не забыла. Погляди-ка. Ух ты, надеюсь, вкус клубничный. Поехали. Да чего здорово, невероятно. Давай еще попьем. Хорошая идея. Интересно, что там на этот раз? Давай я первая. А? Почему здесь карта? О, ясно. Это карта сокровищ. Так, я на месте. Начнем искать. О, похоже, вот здесь. Поиск сокровищ – тяжелая работа. Да, получилось. Я нашла сокровище. Теперь я разбогатею. Не могу поверить. Это лучше, чем золото. Вау! Да чего классно пахнет. Что ж, надеюсь, там что-то хорошее. А? Ух ты! Это айфон! Я в видеоигре! Ого, сколько фруктов! Прикольно! Надо в это почаще играть. Выглядит вкусно. Попробую этот мармеладный шарик. Надеюсь, на вкус он не хуже, чем на вид. Просто блаженство. Ого, везет тебе. Какой фрукт попробовать первым? Лимон смотрится подходяще. Ну, приступим. На вкус совсем как сок. Супер! Готова пить это весь день. Окей, теперь вот это. Можно я первая? Давай.
Что? Здесь ничего нет. Воу, пицца! Еще лучше, пицца из конфет. Две мои самые любимые вещи вместе. Вот это я понимаю. Я тебе завидую. Картошка фри? Не очень-то впечатляет. Я ждала чего-то другого. Есть идея. Летняя практика в Хогвартсе наконец-то пригодилась. Итак, начинаем. Это любимый котелок моей мамы. Не говорите ей. Это чересчур драматично, Лили. Кладем внутрь поп-ит и картошку, размешая все волшебной палочкой. В смысле, ложкой. Снегус, приготовикус. Работает! Ты правда знаешь, что делаешь? Вау! Зацени-ка! Картошка попит! Так классно! Надо будет снова приготовить. Ну, а что еще ты умеешь? Это так интересно! Вместе? Давай! Что? Опять? Может, нам стоит... Лили? Смотри! Что? Что такое? Как дела? Вот, приятного аппетита! Что это такое? Эй! Ну ладно, пожалуй, надо посмотреть. Это... червяки? Боже, как хорошо, что они не у меня. Постой, это не настоящая земля с червяками. Это мармеладки и шоколад. Мне нравится, как будто ешь спагетти. А у меня по-прежнему ничего. Эй, эй, юху! Воу, это так круто! Это голова пришельца. Я знала, что они существуют. Прости, Лили. Мое блюдо лучше. Не проблема. Я попробую этот глаз. Выглядит аппетитно. И на вкус тоже здорово. Ну же, попробуй. Ладно. Почему бы нет? Такая большая и тяжелая. Надеюсь, меня не похитит НЛО. Вау, как классно! Просто космос! Ха! Неплохо. Так, а я поем еще червячков. Не терпится открыть. Давай. Да что ж такое? Это уже надоело. Ну, а что у меня? Раковина? Вау, это что-то новенькое. Интересно, я услышу море? Алло? О, мне звонят. Алло? Вы настоящая русалка? Ничего себе, класс! Можете прислать мне подарок? Разумеется. Время для подводной магии. Лили это точно понравится. Это лучший день в моей жизни. Ух ты, спасибо. Да чего красиво! Там что-то есть. О, какая милота! Нужно попробовать. Я люблю морепродукты. И вообще любые продукты. Мне нужно еще. Ха, ты выглядишь смешно. Улыбочку. Прекрати. Меня все засмеют. Дай мне посмотреть. О, я выгляжу ужасно. Ты должна их стереть. Это просто для прикола. Ладно, тогда я сотру. Отдай мне мой телефон. Эй, успокойтесь. Ну, хватит. Отдай. А? Что с моим телефоном? Не может быть. Да чего смешно. Пахнет конфетами. Как вкусно.
По крайней мере, больше не будешь делать плохие фотки. Оу, шоколад. Это же так вкусно. С шоколадом все становится лучше, правда? Пожалуй, стоит самим это проверить. Открывай первое, хорошо? Фу, целая куча глазных яблок. Не нравится мне этот челлендж. Оу, вау, да, это мерзко. О, нет, а что, если у меня тоже глаза? Мне попались осьминоги. Кажется, это даже хуже. Это и правда самый мерзкий челлендж. И нам надо полить это шоколадом. А, какой мягкий. Ладно, я попробую. Шоколад любое блюдо спасет, ведь так? Надеюсь, и с глазами сработает. Да, я не пожалела шоколада. Только бы назад не полезла. Это вкусно. Эй, шоколадные глаза просто нечто. Попробуй своих осьминожек. Спорим, они тоже ничего. Сколько у них щупалец. Отвратительно. Не думаю, что шоколад тут поможет. Положу прямо сверху. Может, нос зажать? Так будет лучше. Поехали. Надеюсь, я не умру. Нет, нет. Это ужасно. Просто ужасно. Не могу поверить, что послушала тебя. Прости, я просто подумала, раз глаза оказались вкусными. Переходим к следующему раунду. Да, мини-маршмеллоу, как мило. Что? Да ладно, и почему мне достался перец? Гляди, это намного лучше глазных яблок. Похоже на маленькие разноцветные облачка. Мне понадобится целая кружка шоколада. Наливаем до краев. Вкуснотища, как здорово. Ну что, маршмеллоу, приступим. Насыпаем сверху. А теперь пробуем эту красотищу. О, нет ничего вкуснее. Не так повезло, не то что мне. Интересно, насколько он острый. Похоже, скоро я это узнаю. Может, шоколад меня защитит. Сделаю один маленький укус. О, нет! О, нет! Шоколад не помог! Как же остро! Весь рот горит! А-а-а! Я должна как-то помочь! Шоколад! Кружка шоколада тебя спасет! Сработало! Я спасла ее! Спорим, ты уже забыла, что рот горит? Я вся в шоколаде! Итак, что-то новенькое. О, слава богу, что-то сладкое. Пирожные, обожаю их. Вот это да, здорово. Минуточку. Чем это пахнет? Это от меня? Может, носки? О, я тоже почувствовала. Кажется, запах идет из-под крышки. Да, точно оттуда пахнет. Мне даже страшно открывать. О, вонючий сыр. Боже мой, какой сильный запах. Прости, но я рада, что не мне его есть. Пора попробовать пирожные. Вот это я понимаю. Спорим, будет очень вкусно. Настоящее блаженство. Не то, что осьминоги и перец. Ах, кажется, придется есть этот вонючий сыр. Мне понадобится особое оборудование. Безопасность превыше всего. Вот так-то. Может, мне понравится, как те глаза? Нанесем побольше шоколада. О, да, надеюсь, этого хватит. Приступаем. Эй, а это и правда вкусно. Как тебе глаза? А, как скажешь. Но я предпочту свое блюдо. Я каждый раз так волнуюсь.
О, как блестит! Красота! Так классно! Кристалл на палочке! Может, и у меня такой? Мерзость! Что может быть хуже? Это рыба! Я вообще-то не морской лев! Пахнет хуже, чем сыр! Фу, как хорошо, что мне попался кристальный леденец. Обольем-ка его шоколадом. Да, сколько шоколада. Невероятно, спорим, будет вкусно. Откусываем кусочек. О да, это очень вкусно. Черт, я бы тоже такой хотела. Вместо рыбы. Мне жаль, подруга, хочешь откусить? Нет, спасибо, я справлюсь. Ныряй, рыбка. Боюсь, с шоколадом будет только хуже. Как страшно. Ну все, поехали. Нет, не могу на это смотреть. Не буду противиться судьбе. Не так уж и плохо. На самом деле даже очень хорошо. Сладко и солено. О, меня сейчас тошнит. Еще кусочек шоколадной рыбки. Следующее блюдо. Давай откроем вместе. Что? Брокколи? Так нечестно. Вау, а у меня арбуз. Это танец радости для тебя, арбузик. Пурим, я быстро его съем. Ну и ладно. У меня идея. Поехали, брокколи. Отправляйся в шоколад. Шоколад меня не подведет. Бон аппетит. Как вкусно. Правда вкусно? Ну, я люблю брокколи. Хочешь поменяться? Ну, давай, если ты настаиваешь. Да, сработало. Она купилась. Обожаю арбуз и шоколад. Уверена, это будет намного вкуснее, чем брокколи. Скорее бы попробовать. Это просто нечто. Обожаю. Попробуем вкусненькую брокколи. О, да, великолепное сочетание. Стойте, минуточку. Это вообще не вкусно. Просто ужасно. Ха-ха, даже извиняться не буду. Спасибо, что поменялась. О, не могу поверить, ты меня провела. Брокколи и шоколад не сочетаются. Шоколад! Да, я пойду за тобой куда угодно. Шоколад! Хочу шоколад! Обожаю шоколад! Где ты, шоколад? Я тебя найду! Сколько шоколада! Мне бы ложку, а вот и она! Вау! Какой странный сон! Эй, кажется, я кого-то слышал. О, шоколад! Никто же не против? Вау! Кажется, это уже не сон. Вот это да! Как мы сюда попали? Похоже, мы будем есть шоколад. Хочешь открыть первый? Нет, давай лучше ты. Косметика? Отстой. Забирай, если хочешь. Да, давай и мою откроем. О, у меня тоже косметика? На меня не смотри, я сам ничего не знаю. Два набора косметики. Интересно, какая из них шоколадная? Ладно, попробуем эту. О, я ошиблась. Это вовсе не шоколад. А это значит, что вкусняшки у меня. Я их забираю. Так, похоже на тени. Ну что, попробуем? Потрясающе! Жаль, что в этом раунде шоколад не у меня.
У меня идея! Пора воспользоваться этой косметикой. А, что это ты там делаешь? Приветик! Вау! Вот почему девушки обычно так не красятся. А, она все еще смотрит на меня. Ладно, в этот раз я первая. Круто! Статуэтка кобры! Сколько деталей! А еще она сделана из шоколада. Это просто нечто! Пора попробовать. Вау! Как вкусно! Выглядит очень аппетитно. Ну, кажется, пора посмотреть, что у меня. Эй, это не шоколад. Это настоящая змея! Черт возьми, змея! Здесь змея! Какая гладкая и мягкая. О, что за милая мордочка. Нет, положи на место, она такая страшная. Как можно назвать эту мордочку страшной? О, у меня появилась крутая идея. Вы когда-нибудь дрессировали змей? О, твоя игра даже ужаснее, чем сама змея. Смотри, змее нравится. Не представляю, как это может нравиться. Но все, хватит. Это просто кошмар. Даже змея уползла. Ты просто завидуешь, что у меня такой классный друг. Это худший день в моей жизни. Посмотрим, что там дальше. Что? Овощи? И у меня овощи. Думаю, нужно просто их попробовать. Не люблю грибы. Минуточку! Это шоколад! Самый лучший гриб в мире! Обожаю белый шоколад! Может, мне тоже повезло? Нет, это реально гриб! О, я бы лучше снова помаду съела! Хе-хе, ты всегда ешь всякую гадость! О, ну и ладно. Пора вывести эти овощи на новый уровень. Кия! Получайте! Да. Я настоящий мастер. Ты что, сделала салат с помощью меча? Возможно. Вот теперь можно попробовать. Иногда ты такая странная. Я, пожалуй, займусь своим шоколадом. Давай откроем вместе. Хм, кажется, в этот раз у нас ключи. Попробуй первый. Ладно, только потому, что ты трусиха. Не знаю, может, это и шоколад? Ау! Вовсе нет! Это значит, шоколад у меня! Представляю, как будет вкусно! Кто бы мог представить, что шоколадный ключ такой вкусный? Так нечестно! Я есть хочу! Эй, что у меня под тарелкой? Не может быть! Это то, о чем я думаю? Карта сокровищ! А мой ключ откроет сундук! Хм, интересно, куда это он направился? Вау! Ты где был? Я следовал подсказкам карты и нашел пиратские сокровища! Вау! Это невероятно! Сундук полный конфет! Это намного лучше, чем один шоколадный ключ. Давай я первая. О, какой милый чайничек! Кажется, там что-то есть. Хорошо, чашка готова. Да, внутри горячий шоколад! Как здорово! И так приятно пахнет. На вкус что-то нереальное. Теперь ты открывай. Надеюсь, и мне попадется горячий шоколад. Так, тоже чайник.
Но только он шоколадный. Скорее бы откусить кусочек. А как же я? Нет, это мое. Пей свой горячий шоколад. А, что на этот раз? Пожалуйста, пожалуйста. Мне так грустно без шоколада. О, ну ладно. Держи, это тебе. Да, спасибо. О, черт, как вкусно. Ну уж нет, остальное мое. Но он такой вкусный, хочу еще. У тебя есть свой. Нет, чайничек. О, прямо в мусорку. Посмотри, что ты наделала. Я даже не попробовал. Прости. Вот, можешь попить у меня. Теперь мне намного лучше. Эй, держи руки при себе. Вот это да! Зацени, шоколадная пицца. О, я тоже такую хочу. Не может быть! У меня пицца с деньгами. Минуточку, что-то с ними не так. Ой, порвалась. Пахнет круто. И на вкус более чем. Ну и что? У меня своя пицца есть. Настоящая пицца, наверное, очень вкусная. Эй, давай поменяемся. Конечно, попробуем и то, и то. Да, пора начинать есть. Сначала шоколадная. Ням! А теперь денежная. Ну и чего я жду? Пора есть. Лучше начать со сладкой или с денежной? О, не могу выбрать. А кто сказал, что нужно выбирать? Объединю сразу две. Просто потрясающая комбо. Да, отличное сочетание. Как он так быстро все съел? Я просто очень хотел есть. О нет, две пиццы вступили в конфликт. Упс, мне пора бежать. Сразу видно, что шоколад не дешевый. Ну что, рискнем? Надеваем маски. Я бы съела что-нибудь сладкое. Ладно, побольше сладкого. Она же не смотрит, да? И готово! Эй, они что, с моим шоколадом убежали? Воры! Боже, мы чуть не попались. Теперь можно насладиться трофеями. Не так быстро. Вы об этом пожалеете. Пошли вон! Это шоколадный челлендж. А? Минуточку. А! Пахнет новым челленджем. Я первая? Нет, я. Сыграем. Мой палец сильнее. Та-да! Он что, настоящий? Я боюсь черепов. Ты с ума сошла? Конечно, нет. Ох. Слава богу! Скажи, что я красавчик! Это же шутка! А у меня что? Шоколадный череп! Какой огромный! И весь мой! Ммм, как вкусно! Вы же не против, мистер? Только сильно не кусай! Перейдем к делу! Да, шоколад, как я и думал. Отличный шоколад. Можно кусочек? Ты со мной не поделишься? Ну и скука. Как они похожи. Жаль, что мне нельзя попробовать. Хотя, у меня идея. А? Какой ужас! Она мертва! Наоми мертва! Сколько же я ел! О, Наоми! А, вот и пригодился мой черепок.
О, ну не дуйся, я тебя никогда не оставлю. Итак, кто первый? Ого, шоколадные очки! Я такие раньше не видела, и они мне нравятся. Неплохо. Я чувствую этот аромат. А у меня что? Никакого шоколада. Хотя они крутые. Ого! Все выглядит совсем по-другому. Тут как будто другой мир. Я вас нашел, ручки. А что там такое? Томас? Что происходит? Томас! Не бросай меня! Вернись в реальность! Это все не по-настоящему, чувак! Эй! О, знаю! Что? Какие классные! Теперь понятно, почему ты не хотел их снимать. Эй, что за... Вау! Поймала! Эй, отдай! Это мои очки! Ну вот, ты их сломала. Поэтому я и не делюсь. Прости, дай-ка посмотреть. Да, сломаны. Держи, они же твои. Он такой грустный, а у меня только это. Почему бы не поделиться? Хочешь? Можешь взять. Не откажусь. Как вкусно. Я первая? Круто. Рыба? Я ее не очень люблю. Минуточку. Это вовсе не рыба. Шоколадное великолепие. Такого я не ожидал. Настоящая рыба. Совсем на шоколад не похоже. Этот раунд отстой. Вау, как красиво. Смотри, она растет и меняется. Привет, Томас. Я волшебная. Можно загадать желание? Есть-то хочется. Только посмотрите на эти конфеты. Хочу то, что у нее. Да? Будет сделано. Как здорово! Начну с этого малыша. Я так волнуюсь. Привет, сладенький. Томас, откуда это у тебя? Дай-ка. Ты исполняешь желание? Чего желаешь, Наоми? Больше рыбок, конечно, но на моей тарелке. Будет сделано. Супер! Мне тоже повезло. Я бы таких миллион съела. Ах! Что? У тебя еще? А, нет, я хочу еще. Нет, я. С меня хватит. Пока. Эй, отдай. Томас? Куда он делся? Я такого не ожидала. Достань меня отсюда. Как водичка, Томас. Сама скажи, Наоми. Начнем вечеринку. Гляди, как сияет. Я такого никогда не видела. Ну же. Давай. Бесполезно. Я уже устала. Окей. Он же настоящий. Вау, здорово. Как круто. Я вся в золоте. Интересно, а у меня что? Совсем не золото. Но я люблю шоколад. Как много. И пахнет приятно. Золото точно не такое вкусное. Но без него не разбогатеть. Как блестит. Эй! Можно мне тоже?
Нет, это все мне. Поменяемся? Ох, ладно. Сделка есть сделка. Думаю, это справедливо. Приятного аппетита! Ах, как больно! Это же мой зуб! Ням! О, нет! Мой суперский пиджак! Не надо было меняться! Не нравится мне этот раунд! Давай вместе! Это же картошка! И шоколад? Что есть, то есть, да? Эй, а если немного потрясти? Как хочешь. Я лучше своей тарелкой займусь. Сюда бы соус. Как можно отказаться от шоколада в шоколаде? У-у, как шоколадно! Это будет нечто! М-м-м. Да, почти готово! А ты в порядке, Томас? Я тоже присоединюсь к трапезе. Чипсы больше по мне. А как же соус? Острый, сырный. Никто же не против? О, да! Какой нежный! Просто потрясающе! А у тебя как, Томас? Похоже, он в своем шоколадном мире. Чтобы привлечь его внимание, надо немного приправить дело. Острый соус ведь сочетается с шоколадом. Несколько капель, не больше. Возьму еще соуса. Как вкусно! Тут стало жарковато, или у меня рот горит? Стоп, ему же нужна помощь. Держись, я тебя спасу. Сиди смирно. Кажется, все прошло. Возможно, это была плохая идея. Прости, чувак. Может ли этот день быть еще скучнее? Вау, это шоколад? Класс! Наконец-то все наладилось. Согласна. Предлагаю немного понырять. Угу. О, хорошая идея. Этому пончику не помешал бы шоколад. Вау, какая красота! Настоящее совершенство. Эта штука выглядит все лучше с каждой секундой. Еще немного. Отлично. Подожди, здесь стало больше красок. Однозначно. Вперед! Разве может быть что-то лучше шоколада? Я его просто обожаю. Вкуснятина. Элли. О, моя голова. Твои глаза. Расслабься, это всего лишь мармеладки. У меня их целая куча, а скоро они станут еще вкуснее. Понимаешь, о чем я? О, да, дай сюда. Я кое-что придумала. Глазки на палочке. Круто, они как будто смотрят на меня. Жутковато, да? Ух ты, здорово! Скоро будет еще лучше. Глаза в шоколаде. Это будет очень вкусно. У меня уже слюнки текут. Готово. Они покрыты идеальным слоем шоколада. О, я хочу попробовать. Держи. Спасибо. Я вижу много сладостей. Этот жидкий центр. Вкусно. Твои глаза. Они такие голубые. Круто, да? Я тоже хочу новые глаза. Очень вкусно. Ням-ням-ням. Что-то изменилось? У тебя такие красные глаза. Давай продолжим есть. Да, я хочу новый цвет. Я хочу зеленые глаза. Я так хочу есть. Поддерживаю. Подожди, у меня есть идея. Я заинтригована.
Та-да! Сейчас вернусь. А пока эти мармеладные мишки должны меня поддержать. Я обожаю зеленые. Вкуснятина! Как здесь красиво! Эй, клубника! За этим я и пришла. Здорово! Элли будет мной гордиться. А этот будет в шоколаде. Вперед! Ммм, очень вкусно! Фу, ну и путешествие! Хочешь фруктов? У меня их тут много! Вау! Какой сложный выбор! Нужно мыслить шире. Мне нужны все мишки. А, что ты делаешь? Смотри! Они все расплавились, видишь? У меня свои планы. И в них входят фрукты на палочке. Отлично, можно? Отправляю их в желе. Выглядит круто, правда? Мне нравится. Но без шоколада не обойтись. Нужно много шоколада. Вау, выглядит отлично! Но кому нужна только одна клубника, когда можно съесть целую тарелку? Держи, наслаждайся! О, с удовольствием! Ммм, такая сочная и вкусная! Только посмотри на эту красоту! Я больше не могу ждать! Вот это да! Ты слышала это? Прошу прощения. Вот кто украл мой урожай. А вы об этом? Ну и детки. Красивая шляпа. Всего хорошего. Ну, по крайней мере, у нас есть вкусняшки. Это точно. Хочешь еще? Потрясающе. Какой длинный день. Я принесла вкусное мороженое. О, сейчас. Это мой шанс. Малиновое мороженое. Она может со мной поделиться. Такое сливочное. Еще один кусочек. Она даже не заметит. Если подумать... А, нужно добавить к мороженому еще что-то. Нет. Здесь есть что-нибудь? Дайте подумать. Эй! Голубая посыпка. Именно это мне и нужно. Шоколад. Конечно. Ты мне поможешь. Вперед! Теперь у меня два фонтана. Готовы приступить к работе? Давай покроем тебя белым шоколадом. Класс! Переходим к молочному шоколаду. Разве не потрясающе? Посмотрите на эти слои. Это похоже на шоколадный батончик. Я немного устала. Фух! Хорошо, еще немного. И все готово. Элли не будет на меня злиться. Вот она! Убирайся! О, эй, я нашла посыпку. Ага. Подождите минутку. Не могу понять. Тут было мороженое, не так ли? Так странно. Ну ладно, шоколад есть шоколад, верно? А посыпка подходит ко всему. Вау, вот это крутой десерт. Как здорово хрустит. А эти слои... Как же здорово! Фу, я чуть не попалась. Потрясающе! Хочешь? Нет, наслаждайся. Джина! Посмотри на меня! Алло! Не могла бы ты отложить телефон? Ты постоянно с кем-то чатишься. Я рассказываю тебе историю. Это невежливо. О, Джина. Эй, я не вижу сообщения. Прекрати. Боже.
О, господи, твоя рука! Это или это? Что? У тебя странное чувство юмора. Но, возможно, мне это пригодится. И это тоже. Спасибо за помощь. Надеюсь, ты не будешь возражать. Да. Что ты делаешь? Все готово. А теперь ледяная ванна. А потом? Осталась шоколадная оболочка. Видишь, шоколад застыл. Получилась шоколадная рука. Очень круто. Но мы еще не закончили. Рука должна что-то держать. Например, мороженое. Клубника прекрасно сочетается с шоколадом. О, да, я подготовилась. Приступим. Приятного аппетита. И никаких телефонов. Ням. О, подожди. Так будет даже лучше. Потрясающе. О, вау! За нас! Дай 5. Я об этом не подумала. У кого-нибудь есть салфетка или что-то такое? О, нет! Оно того стоило. Пока Джина занята телефоном, я тоже кое-что сделаю. Здравствуй, моя прелесть! Какой большой выбор. Ух ты! Эй! И ты все это прятала? О, нет! Я ранена! Мой палец! Смотри, что мне делать? Оно торчит из моего пальца. Сохраняй спокойствие. Доктор Джина уже в пути. Давай вытащим эту занозу. Ни за что! Нет, не беспокойся. Дай мне свою руку. Теперь не двигайся. Есть, видишь? Больно не было. О, не могу поверить. Ты спасла меня. Ю-ху! Что еще можно сделать с этим шприцем? Я хочу это выяснить. Ты со мной? Я, хорошо. Ты идешь со мной, шоколад? Вот так, но я еще не закончила. Где оно? Эй! Нашла! Это словно волшебный шоколадный туннель, но его все равно нужно куда-то деть. О! О, я поняла! Просто отпусти его в ледяную воду. Хорошо, как скажешь. Вот так. Идеально! А теперь давай его вытащим. Выглядит круто. Это будто шоколадная змейка. Палочки для еды готовы. Начинаем. Они похожи на шоколадную лапшу. Вкусно. Вау. Это потрясающе. Отличная идея. Хорошо, что я сделала много. Сколько порций в этой штуке? Около 10. Есть только один способ узнать это. Так вкусно! Я бы съела целый миллион. О, да. Но сейчас пора остановиться. Фух. О! Мой живот полон. И твой тоже. Так. Конфеты и видео. Что может быть лучше? Ха-ха, это было смешно. О, у меня закончились конфеты. Как же это бесит. Ничего себе, вот это да. Как раз то, что нужно. А вот и конфеты. Вау, это было круто. Как тебе такое, Джули? Я тоже хочу попробовать. Вот так. Ого, сработало. Сегодня наш счастливый день. Надо же, сколько всего. И это все мое. Закажи еще. Да без проблем. Ну и где же они? Неужели там что-то сломалось? Я не знаю. Здесь должен быть целый ливень из конфет. А-а-а! Осторожно! Ого! О, как интересно! Наверняка это будет весело. Мне больше нравятся синие.
Хотя на вкус они все одинаковы. Ну и что же делать? Ух ты, такого я не ожидала. Смотри, какие классные трубочки. Да они просто гигантские. Вот же круто. И это все? Но все равно неплохо. Лекси, смотри. Ее можно использовать как соломинку. Я высосу все конфеты. Ммм, как вкусно. Хочу еще. Ммм, я просто не могу остановиться. Еще, еще, еще. Надо же, сколько у меня трубочек. Это лучший день в моей жизни. Но что мне с ними делать? О, точно. Итак, за дело. Сначала соединим концы этой трубки и разместим ее вокруг торта. Затем идет трубочка другого цвета. Продолжим в том же духе, а в середину поместим трубочку поменьше. Теперь дело за конфетами. Что? Я ни о чем не жалею. О, ну и ну, ты съела все конфеты. Вот всегда ты так. Ну а чего ты ждала? Что это ты делаешь? Нужно позвонить. Алло, мне нужно все, что у вас есть. И как можно быстрее. Так, лучше подготовиться. А теперь ждем. О, а вот и доставка. Эй, сюда. О, да что там происходит? Ничего не понимаю. Отлично. За дело. Лекси, что происходит? Еще немного. Отлично, выключайте. О, да, совсем другое дело. Ого, выглядит потрясающе. Отличная работа. Это конфетный торт. И он полностью в моем распоряжении. Чего же я жду? Пора его съесть. Класс, лучше не бывает. Мягкий, сладкий, хрустящий и вкусный. А можно мне попробовать? Я просто сама доброта. Ух ты, целая конфетка. Интересно, что мы будем делать на этот раз? А вот и ответ на твой вопрос. Эй, и это все? Всего одно яйцо? Серьезно? Да ладно. О, да, целая куча яиц. Эта курица ничего так постаралась. Я собираюсь приготовить нечто особенное. Смотри, сначала отделим желток от белка. Этот гаджет позволяет сделать это очень быстро. Затем положим желток в сковородку и прибавим температуру. Мне понадобится вот такая шпажечка, чтобы насадить на нее желток. Кажется, он уже приготовился. Выглядит как яичный леденец. И это все? Ну и что? Зато очень вкусно. Ммм, ням-ням, это было круто. Я тоже кое-что придумала. Итак, сначала нужно разбить яйца в миску. Это может занять некоторое время. С одним разобрались, но их еще много. Пожалуй, лучше ускориться. Я просто машина для разбивания яиц. Да, это непросто. Уже есть захотелось. 96, 97. Почему ей всегда достается все самое лучшее? И последнее. 100 яиц. Теперь нужно их взбить. Но только не вручную. Миксер сделает за меня всю тяжелую работу. Смотрите, как они перемешиваются. Это было быстро. Но впереди еще много работы. Яйца нужно вылить на противень, вот так. Потрясем немного противень, чтобы равномерно распределить смесь. А затем запечем в духовке. Получился идеальный омлет. Теперь нужно выложить содержимое на поднос. Выглядит очень аппетитно, но это еще не все. Сверху положим ломтики сыра и еще один слой омлета. Теперь дело за хлебом, за которым идет еще один слой омлета. Главное не останавливаться. Добавим в наше блюдо болгарский перец, и нам понадобится еще один слой омлета. Следующий ингредиент – салями. Теперь нужно все аккуратно свернуть. Это самая сложная часть. Нужно следить, чтобы ингредиенты не выпали. Итак, у нас получился яичный буррито. Теперь разрежем его на две части. И развернем, чтобы взглянуть на начинку. Надо же, какие аппетитные слои. Ого, да ты просто гений. Я должна это попробовать. Ну, пожалуйста, я так и знала, что ты это скажешь. Ладно, отрежу тебе кусочек. Вот, держи. Приятного аппетита. Спасибо, Лекси. Подожди-ка, а почему твоя половина намного больше моей? Мне кажется, что это неправильно. Я тут шеф-повар. Возможно, это справедливо. Но меня это совсем не радует. Да ладно, подумаешь. Халявная еда – это по-любому прикольно. Ух ты, просто невероятно вкусно. Я знала, что тебе понравится. Понравится? Да я просто в восторге. Думаю, можно смело сказать, что блюдо удалось. Я слежу за тобой. Думаешь, мне есть о чем беспокоиться? Ну все, я нажимаю на кнопку. О, наконец-то. Хрустящий попкорн. Так, моя очередь. Как вкусно.
Ах, вот значит ты как. Я буду нажимать на нее до бесконечности. Я хочу вызвать дождь из попкорна. Джули, это уже слишком. А по-моему, грех жаловаться. Ой, что случилось? С кнопкой ты явно перестаралась. Ой, да ладно. Это будет весело. Не может быть. Шоколадный домик. Ой, ну надо же. Тебе досталась лишь небольшая часть шоколадки. Не будь такой злюкой. Я ведь должна с этим как-то смириться. Надо же, какой классный домик. Я еще никогда не видела ничего подобного. Это же просто шедевр. Даже жалко его есть, но деваться некуда. И мне это точно понравится. Начнем с крыши. Лекси, как тебе такое? Что? Там кто-то есть. Минуточку, это что, тролли? Давай-давай. Ой, человек. Эй, это же наша крыша. Ой, кажется, они разозлились. Прошу прощения. Она разрушила наш дом. Прямо не знаю, что и сказать. Эй, не молчите. Она сделала это сознательно, и ей это понравилось. Видишь, она все понимает. Ты настоящий друг всех троллей. И это наша благодарность. Ух ты, ничего себе. Это так круто. Что за? Ты должна брать пример со своей подруги. Да, она молодец. Ну и ладно, я все равно съем вашу крышу. Да, неплохо. Сделаю-ка я шоколадную башню. Пожелайте мне удачи. Итак, расположим шоколадки следующим образом. Пока все хорошо. Хорошо, что у меня твердая рука. Лекси. Тихо, мне нужно сосредоточиться. Все идет хорошо. Да, довольно высоко. И выглядит весьма неплохо. Возьму-ка я этот кусочек. Ой, нужно срочно спрятать улики. Засуну все себе в рот. Она никогда не узнает. Что? Что случилось? Что ты наделала? Что? Не понимаю, о чем ты говоришь. Я так старалась. Все пропало. Это все из-за тебя. Как же ты могла? Я просто в бешенстве. Может, шоколад поднимет тебе настроение? Ну же, попробуй. А ну отдай. Берегитесь, тролли, я иду. Просто трепещу от нетерпения. Ух ты, лапша. Смотри, Лекси. У меня совсем крошечная тарелочка. За что мне это? Фу, ненавижу эту игру. Зато у меня тут целая тонна лапши. Как же я счастлива. А у тебя лишь крошечная мисочка. Что ж, пожалуй, лучше начать. За дело. Ха, мне мешают волосы. Нужно прикрепить их обратно. Так. О, а мне это пригодится. Совсем как мини-палочки для еды. Это работает. Неплохо, Лекси. Это было просто. Надеюсь, это вкусно. О, да. Это было весело. Хочу еще. Ну ладно, хорошо, что тебе нравится. Пожалуй, пора приступать. А что, если просто взять их? Кажется, это не очень хорошая идея. Как дела, Джули? Мне не нужны палочки для еды. У меня есть кое-что получше. Вот, зацени. Смотри, как наматывается лапша. Отлично, теперь можно и поесть. О, да, просто супер. Очень вкусно. Что это сейчас было? Только не завидуй. Отодвинься, сейчас тут будет бардак. Джули, нет. Ха-ха, меня ничто не остановит. Это так весело. Стой, нацелься на мой рот. Не трать еду впустую. Как же я счастлива. Продолжай в том же духе, не останавливайся. Нужно взять это на заметку. Так кушать намного веселее. Как же вкусно. О, да. А, ты что-то сказала? Лекси, ты что, носишь лапшу? Да, это теперь очень модно. Ну ладно. Вау, погода просто супер, да? А от мысли, что сегодня выходной, становится еще слаще. Кстати, о сладком. Узнаю этот звук. Что? Нет, это мое. Да ладно, тут на двоих хватит. Посмотри, что ты наделала. Теперь она никому не достанется. Что происходит? Вау! Что это за место? Я уверен, это шоколадный рай. Ты только посмотри. А можно уже попробовать? Что может быть лучше? Да, это молочный шоколад. А что это за запах? Он идет отсюда.
жемчужный лук. Может, с шоколадом будет вкуснее? От одной мысли желудок сводит. А у меня что? Маршмеллоу. Вот это я понимаю. Один большой маршмеллоу отправляется в фонтан. Эй, тут нам обеим хватит. Видишь, два кусочка. Но использую я их по-другому. Ну же, полезай внутрь. Дурацкие маленькие ноздри. Вот так. Теперь я не чувствую запах лука. Ну что, приступим? Какой сливочный шоколад. Я не люблю вкус лука. Лучше полить еще раз. Выглядит аппетитно. Я чувствую только шоколад. О боже, не могу на это смотреть. На самом деле не так уж и плохо. Что-то мне подсказывает, что маршмеллоу намного лучше. У меня слюнки потекли. О, да, совсем не похоже на лук. И чего я время теряю? Можно же налить себе в кружку. Все гениальное просто. До краев. Этого хватит. Какая красота. С чего бы начать? Зачем выбирать, если можно смешать? Нет, в меня выстрелило шоколадом. Прицельно бьет, не так ли? Жизнь непредсказуема. Зато у меня остались вкусности. Нет, не сейчас. Ладно. Как интересно. С шоколадом вряд ли сочетается. Но это же фрукт, да? Может, будет как клубника в шоколаде? Возьмем побольше. Разве может быть невкусно? Это же шоколад. Ой, какая крепкая кожура. Я почти не чувствую. Ох, вот и оно. Как же кисло. Фу. Я бы не отказалась от соуса. Ну, и лимончик сойдет. Эй, что ты делаешь? Так, намного аппетитнее. Но только не с шоколадом. Давай зажжем, детка. О, зацените, какой вкусный шоколад. Я так раньше не пробовала. У меня еще столько курицы. Жаль, нет орешков, чтобы сверху посыпать. Клэр что, совсем с ума сошла? Совершенство! И все мне! Она же не собирается это есть. Да, она уже начала. Похоже на соус Молли. Спорим, я съем все ведро. Клэр, у тебя и целая курица в рот войдет. Я и кости могу сгрызть, если захочу. Итак, еще одна. Двойной удар, вот так. Ты как животное. Очень голодное животное. Клэр, ты что, еще не наелась? Кажется, я уже все. Может, сделаешь перерыв? Какая мерзость. Давай ты. Нет, ты. Я настаиваю. Ну ладно. Целый торт мне? И как его сюда засунуть? Знаю. Привет, Миния. Какая милашка. Подожди пока тут. А благодаря этому барьеру я смогу полить торт шоколадом. Давай, полезай в кружку. Почти все. Может, если подняться на уровень повыше? Ну вот, другое дело. Отлично. Осторожно, Миния. Шоколадный водопад на подходе. И ничего не растекается, видишь? Но торт не считается тортом без душа и с посыпки. О, выглядит здорово, да? Все почти готово. Поднимаем и пусть растекается. Вот это да! Это лучший торт в моей жизни.
Как будто готовил настоящий профи, а я даже не устала. Пора пробовать. Мне уже не терпится. Ложкой я отломлю идеальный кусок. Красота! Подвинься. Ну что, как тебе? Пальчики оближешь. Интересно, а у меня что? И что мне делать с этой тортильей? Мне понадобится лопаточка. Делаем всего один надрез. И добавляем много шоколада. Вот так наливаем. Не стесняемся, чем больше, тем лучше. А теперь самое интересное. Но сначала распределим шоколад. Как на торте. Выглядит здорово. Я все подготовила. А значит, пора переходить к главному. Гляди, сколько конфет! Я начну с маршмеллоу, но положу их только на четвертинку. А теперь время M&M's. Аппетитно, не так ли? Кому кислых конфет? Добавлю побольше. А последнюю четверть – мармелад. Готово! И самый ответственный момент. Надо сложить вот так, чтобы получился огромный треугольный сэндвич. Боже мой, сколько сладкого сразу! Откушу все 4 слоя. Миссия выполнена. Как же вкусно быть гением. С таким рецептом я стану популярной. Бон аппетит! Поехали! Та-да! Клэр, так повезло. Какой аппетитный пончик. А с шоколадом станет еще лучше. Да, шоколад ему идет. Просто тает во рту. Так нечестно. Хотя, пока она занята пончиком, я заменю одно яйцо на это. Шоколад на шоколад? Я очень даже не против. Это будет что-то. Хорошо, что я без ума от шоколада. Так и не скажешь, что яйцо не настоящее. Иди к мамочке. Ты правда это съешь? Тут внутри крем. Но Клэр это знать не обязательно. Какая мерзость. Если хочешь, можешь тоже попробовать. Почему бы и нет? Ведь не может же это быть настолько плохо. Сейчас посмеемся. Столько хватит? Может, шоколад перебьет вкус яйца? Она и правда это делает. Это очень необычно. Но совсем неплохо. И почему я раньше так не ела? Розыгрыш не удался. Сейчас займусь своим яйцом. Вы любите шоколад так же, как героини этого видео? Тогда устройте свой домашний челлендж. Расскажите о ваших успехах в комментариях, поделитесь роликом с друзьями и не забудьте подписаться на наш канал.